он так дешево плодородную землю продает, но и напрямую его об этом спросили. И к их огромному удивлению шейх Халид говорит: вы знаете, что эта земля на протяжении столетий вашему народу принадлежала, евреям. И вот эти деньги, которые вы мне сейчас передадите, это плата за сохранность этой земли, за то, что я для вас ее сберег. Вот таким вот удивительным, неожиданным образом была куплена здесь земля. Кстати, одна из улиц в городе Нетания носит имя вот этого шейха Халида. Ну и поселочек, который здесь появился, занимались в основном цитрусовые выращивали. Ну то есть сегодня это уже такой довольно-таки большой город, как я уже говорил, у нас в Израиле население небольшое, 200 тысяч человек, довольно-таки крупный город, приморский город, прямо на берегу моря стоит, очень много гостиниц, отели недорогие, в основном 3 звездочки, и аккуратненькие, спокойные, тихие, и море рядышком. Поэтому здесь в разгар туристического сезона полным-полно туристов, на разных языках говорят.